Село Абдулманапа Нурмагомедова Кировоаул могут переименовать в его честь. Об этом в СМИ заявил глава поселения Магомед Расул Давудов. По его словам, сейчас Кизилюртовский район в трауре. Со всех уголков страны приезжают люди, чтобы выразить соболезнования родным и близким известного наставника чемпионов. После этого земляки Нурмагомедова планируют рассмотреть вопросы о переименовании села Кировоаул. Напомним, что прославленный тренер умер 3 июля из-за осложнений, связанных с перенесенной им коронавирусной инфекцией.